все чудо, не скоро нам дано, не время нам с тобой на покой. Зовет поход труба, не кончена борьба, но видно вдали победу нашей земли. Мой конь вороной, да ветер степной, надежный клинок и перекрестие дорог. Прости, солдат, земля, что топчем мы поля, что кружит над жнивьем воронье. Не наша в том вина, не нам нужна война. Пройдем сквозь бои, залечим раны твои. 26 октября 1941 года Аркадий Голиков, писатель Аркадий Гайдар, погиб в бою с фашистами на левом берегу Днепра. Впереди были годы, впереди были книги, впереди были сражения Великой Отечественной.